По мнению специалистов, да и самих пассажиров, в России магазины дьюти-фри никогда не славились низкими ценами. Однако расширение действия зоны беспошлинной торговли, считают эксперты, отчасти может привести к снижению стоимости товаров, в том числе за счет увеличения конкуренции. Для туристов есть еще один плюс. Благодаря возможности купить что-либо в зоне прилета отпадает необходимость вести с собой товар в рейсе и сталкиваться тем самым с некоторыми ограничениями по объему и прочему. Отмечу, что это распространенная мировая практика, действующая в 60 странах.